Доступность и качество жилья, модернизация ЖКХ, поддержка бизнеса, образование и трудоустройство. Ключевым аспектом новой экономической политики Нурлы-Жол посвящен второй форум общенационального движения «Казахстан-2050» в Астане. Эта программа обеспечена 100% финансированием, но самое главное, из государственного бюджета ни одного тиена не выделяется. Основные все расходы выделяются из национального фонда, за счет средств международных организаций и крупных наших компаний и предприятий. Теперь наша с вами задача использовать эту возможность, особенно для вас, для молодежи. В форуме приняли участие молодые профессионалы со всех регионов страны. Они работают в самых разных отраслях и представляют науку и бизнес, образование, медицину, промышленность, некоммерческий сектор и другие сферы. За год создания движения реализованы 16 проектов, направленных на достижение целей и задач стратегии «Казахстан-2050». Одной из крупных инициатив движения в этом году стал проект по привлечению трудовой молодежи к масштабному строительству в рамках программы «Нурлы-Жол». На сегодня получено более 3500 заявок от молодых людей. Списки по каждому региону переданы в правительство для последующего рассмотрения возможности их трудоустройства. Это общее развитие страны. Даже просто один человек, съездив в аул, поговорить с 10, неважно, с 15, 20 молодыми людьми, и просто даже если ты повлияешь на мышление одного человека, который, увидев тебя, увидит твой яркий пример, захочет тоже добиться успеха у себя на родине, в стране, то, я считаю, эта жизнь уже не просто пройдена, да, не просто прожита.